Вот, хочу снять свое видео про мой трактор-кормилец. Это у меня, получается, кабина МТЗ-80. Вот, установлен руль Жигулей семерки. Также здесь установлен переключатель поворотов с ГАЗ-53. Ну, а вот тут, как видно, пшита панель, дерматином просто наклеил на клей. Вот. Вот здесь обшил тоже крылья дерматином. Сиденье у меня стоит с КамАЗа. Вот. Потолок тоже обшит дерматином. Тут такая небольшая полочка. Эта панель обшита у меня тоже дермантином. Здесь внутри утеплитель. Все это сделано на ДВП. Наклеено, прибито степлером. Вот так вот получается у нас фары наверху. Повороты, габариты, дневные, ходовые. Сейчас вот только что закончил делать поддончик, как бы чтобы зимой быстрее нагревался трактор и во время работы не сильно остывал в крепкие морозы. Потому что бывает, когда становишься, быстро остывает. Сейчас спереди покажу. Вот, вот вся эта конструкция. Здесь вот, как видно, сделана труба для того, чтобы можно было ставить паяльную лампу. Ну или газовую горелку, как у меня. Я пользуюсь газовой горелкой. Вот. Облегчает нагрев двигателя перед пуском. Вот такая конструкция получилась. Конечно, не ахти, но делалось все сегодня на скорую руку, чтобы облегчить пуск трактора зимой. Вот такая вот конструкция. Вот это мой кормилец. Вот. Тут у нас получается стекла тонированный. Стопы, повороты, габариты. Все работает. Тут такая небольшая конструкция. У меня получается дробилочка. На дробилке установлено 3 вальца.